Преступление 29.10.2002 года. Мой лирический герой такая сволочь, попрошу меня не путать с ним. Ее так мало занимает секс, что хочется сказать, пошла ты замуж. Ты выглядишь свежо и аппетитно, но извини, я только что поел. Он опасался, что она невинна. Она сопротивлялась, но недолго, боялась, что он может улизнуть. Я вас любил безмолвно, без виагры. Как сексуально, извлекал он пробку. Таких, как ты, берут из секонд-хенд или в конце сезона с распродажи. Мне кажется, достоин я любви, но дамы почему-то не согласны. Минздрав, Минздрав, да ты, похоже, куришь. Как хороши, как свежи были розы, но цены их разили наповал. Дзюдо бы осчастливил и футбол. Не повезло, избрали президентом. Разглядывая наш российский герб, уверены, что мы две глотки пьем. Не повезло с названием рублю, совсем иначе было б русский доллар. Какой же русский не любит быстрой езды на иномарках? Замки снесли, привидения стали бомжами. Расширился ассортимент колбас, еще печальней выглядят коровы. Сошлите нас, уж лучше жить на Марсе. Для полного счастья нужно быть полным идиотом. Возрастает моя харизма от удачного афоризма.